А не видно, как мы едим? Видно, как мы едим, да. Всем привет, дорогие зрители. И вы только что могли заметить, как мы поели. Я сейчас упарываюсь на этом. Ой, что я вижу? Вот, в общем, ребятки, мы приветствуем с Настюшей вас на новой серии «Неизведанного мира». Ты зачем? Ты хотела грибочки тут посолить? Нет, я выкидывала лишний мусор, когда ты кидался в меня свинину. Вот, ребят, и я надеюсь, что на этом видео будет меньше шума фонового, если он был вдруг на прошлом, потому что я пока еще не проверял, как звучит прошлое, потому что мы сразу начали снимать следующую серию, пока у Насти есть время, к счастью. Да. Вот. Да. Да. Значит... И сейчас я оденусь обратно, а то мы начали без одежды. А я уже оделась. Настя, сними кофту. Зачем? Ну, сними. Отойди, иначе я сейчас тебя подожгу. У тебя тут беленькие лежат в сундуке, посмотри. Новые для тебя. О, ты мне все... А те скинь обратно. Нет, давай. Ну, ту коричневую кофточку. Фиг тебе. Так, Вова, у тебя есть косточки? Косточки? А, ну, как у любого человека, конечно. Я имела в виду в сундуках. А, есть, да, есть. Вот здесь в правом... В правом нижнем. Хорошо, конечно. Так, ребятки, а я пока что немножечко посортирую здесь всевозможную фигню, которая у меня сюда попала. Так, я вернулась. Замечательно. А я фигню раскладываю по ящикам. Ага. Умничка. Так. Вау. Вау. Из этих, из зубов акулы, короче, и нити делается рыбная сеть. Какой-то акулий меч. Это знаешь, типа... Пила акулья. О, слушай, делается кольчужная броня из нее. Вова, у меня есть замечательная идея. Нам пора в шахту. И мы с тобой знаешь, чем будем там заниматься? Нет. Нет. Косточки. Нет, Настя. Да. Нет. Нет. Нет, тебе больше понравится идея, которая есть у меня. Но она гласит следующее. Настя, нам пора в шахту. Либо, если у тебя есть ведро лавы, то нам не нужно идти в шахту. У меня есть ведро лавы. Это прекрасно. Вова, я бегу к себе домой. Стой, я только тут тебе дом подожду. Ты бежишь за ведром. Да, я за ведром бегу. Не надо, не надо. Нет. Даже зря. Я собиралась что-нибудь поджечь. Ё-моё, тут... Вот, у тебя есть ведро с лавой, да, дома? Да, так. Тогда ты бежишь за ним, беги. Я тебе кое-что слегка подорвала. Невдалеке от дома. За мной бежит стайка монстров. Ну, точнее, плывет. Так вот, 9, чтобы мне поджечь. Ребят, я очень люблю что-либо поджигать. Да, у меня поджигательский талант, когда в руках я имею огонь. Очень интересно, Вова, я плыву с огнем в руке. Правда. Это эпично. У меня горит рука. О, боже мой. Не надо. Мне жал... Мне жал ее. Жал. Жал? Тебе жал? Оу, огонь. Настюша, я поставлю на паузу и продолжим, когда ты прибежишь ко мне с лавой. Хорошо. Итак, ребятки, для вас прошло мгновение, для нас прошло несколько минут, наступил день. И я с ведром лавы, Вовы, в деревянном доме его поджигаю. Быстро убирай, ты чё? Так, ну-ка, иди сюда. Вот тебе. Что мне? Никто ничего не заметил. Ребят, вы... Ты меня стукнул. Да, слегка. Гадина. Вот, ребят, вы видите, у меня в инвентаре обусал стоун, каменные плитки и стекла, 6 сундуков и одну кроватку. Но я сейчас сделаю
Нет, точнее, я сопру отсюда одну кроватку. И у нас да, их с собой будет чтобы две. я не могла возражаться, офигительно. О, Ну, боже мой, рыжий. да, действительно, слушай. Надо было тебе вот на этой спать. Кидай. Ну, нет, не я в том суть. Сейчас мы с тобой возьмем немножечко еще еды. Я тебе лаву кинула. Ну ладно. Так. И мне, слушай, я пока в Вадиму Спинниковски, но весь свой хлам, с которым я не хочу идти. Да, вот туда скидывай. Нет, стоп, топор мне, топор я оставлю себе. Амбер мне не нужен, это мне не нужно, это мне не нужно. Ну что ж, дорогие зрители, мы... Погоди, 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 не раскрывай да? секрет, не раскрывай секрет. Мы отправляемся строить. Мы отправляемся строить, да, ты абсолютно совершенно права. А ты куда убежал-то? Вот, и тут, в общем, случилась такая интересная история. Настя подарила мне кольцо золотое, вот видите, обручальное. Да с ней он его у меня отобрал, когда я хотела его поставить. А этот гадина пришел и сказал, ну нет, я не разрешу тебе, а если ты поставишь его, то все, а потом он меня убил и забрал, и так кольцо мне не отдал. И вот теперь он называет это, Настя подарила мне знаешь, кольцо. Знаешь, после все того, как минуты? Ты надо мной стебалась... Некоторое время. Вот. Мне просто я был вынужден тебя убить. Вот. И это было. Ребят, я просто кинула в него копье пару раз. Пару десятков раз. Да! Пару десятков раз. Ну-ка, иди быстрее сюда. В основном я не копьем кидала. Иди сюда быстро. Я бегу. Так. Ты взял для меня еды? Да, еды я тебе взял. Выливай сюда лаву. Ой. Правильно, давайте стекло. Отбегай в сторону. Ребят, Gold Ring, это должно быть именно оно. Так вот, что я в прошлый раз сделала неправильно. Я поставила лаву, а на нее нажимала кольцом, а не кидалась в нее кольцом. Погоди, погоди, не ходи никуда. Сейчас я тут застеклю. Да у меня тоже застеклишь, у меня тоже стекло. Только центральную лаву не застекляй. Хорошо. Но от этого ничего не произойдет, ребят, если вы застеклите центральную лаву. Но я просто не хочу портить вид красивый. Вова, пока. Да-да-да-да-да, погоди, какой пока, о чем ты? Не убегай из меня. Я уже. Как тебе не стыдно? Надо убегать. Мы в одном кольце. Так. И чем ты только думаешь? Я... О том, что почему-то мы не телепортируемся. Хороший вопрос. Слушай, знаешь, у нас... Ты можешь не шуметь микрофоном и слезть оттуда, можешь? Оу. Откуда? У меня вылетело. Так. Ну, я думаю, мы это обрежем с тобой. Ты. Ребят, всем привет, у меня почему-то вылетел майн, и я не тэпнулся вместе с Настей, а Настя уже тэпнулась. Вот, и теперь я перенесся. Настя, я внутри тебя стою пока мест, и не у надо. Меня очень сильно лагает, да, потому что мир у нас генерится, нет. У нас генерится мир. Генерится. О боже мой, какая! Генерируется? Генерируется, да. Сильно, сильно, сильно лагает. Кольцо вокруг дерева. Класс! Да, это очень эпично выглядит. Тебе бы в этом обязательно стоило это сделать. Ребят, просто компьютер, на котором хост, он не самый мощный, вот, и поэтому у нас сейчас лаги, можно вы видите. Было, можно было бы даже сказать один из... Ну, да. Так, погоди, погоди, ну, давай, вот. Смотри, ставим здесь буковку M, added и меточка ставь портал. Ставь ты. Портал, нет, ты тоже поставь, мало ли, вдруг тебе бежать сюда придется. Кстати, смотри, красные, видишь, языки пламени. А где ты сам-то? Да вот он я. А перезайди, и ты меня увидишь. Я сзади, за тобой. Смотри, какой милый, что-то какой-то эльф. И... О, это вот девушка-эльф. Или мальчик, да. Я не знаю. И это девушка. Девушек с голубыми глазами. Да? Да, если сбоку посмотреть. Сбоку, погоди, а ничего, это... Ну-ка, сейчас посмотрим сбоку. Как ты говорил, HD. HD. Ты не HD.
О боже мой, я понял, почему так лагало. Смотри, сколько цветочков дропнулось. Где? Да вот тут внизу. Вот, я сейчас собрал 9 штук. Да. 9 нефридиловых цветов. Ой, да. Видишь, дропнутые цветы валяются. Дропнутых я не вижу, но а вот вижу. Тут вот, возле меня, я тут бегаю. Да. Это эти деревья, генерация, слушай, вверху. Вверху такая красотень. Посмотри, пожалуйста, наверх. Видишь, большая да. шляпа. Главное, да, на нее же есть подъем где-то. Очень-очень лагает. Да. Вот, но с этим я буду решать проблему, как бы техническую, на тему лагов. Поэтому я сейчас пока что поставлю Render Distance Shot плюс 16. Настройки, настройки графики. Нет, тени это мало. Shot, вот. У меня будет shot сейчас. О боже мой. Я не могу залазить по лестнице. Почему? Сейчас посмотрим. Нет, я не знаю, что случилось. Так, погоди, не... ну зачем ты ее обломала? Слушай, я предлагаю забраться на паблок. А может быть это какая-нибудь же железная дорога ихняя, не знаю, туда. А, нет, это лесенка. Это ладдер, это просто да. у нас с тобой баг такой печальный. Отойди. Ой, ё-моё, вова! Я ничем тебе помочь не могу, я не хочу, чтобы они меня убивали. Просто убеги от него. Думаешь, это поможет? Да, это поможет. Просто убегай от него. Тебе нужно убежать и убить огра. Ну, не огра, в смысле, а орка. Орка. Вот, беги в темную зону. Я не могу, лаки. Ё-моё! Ай-яй, пролакивай, пролакивай. Напали! Ты где? Да на меня какие-то души, я вот она. А, беги сюда. О боже мой, я же забыл забрать из посудомойки свои мечи. Но у меня есть меч и лук. Мочи его, бей так, его. Так, он на меня сзади. Ах, еда, черт, возьми, меня угробят. Сейчас. Ай, только меня не стреляй. В тебя ни за что. Меня еще и отравило. Только не умри. Да уж, лаги жестокая. Причем, что самое обидное, это лагает именно сервак. Вот, погоди секундочку, сейчас паузу поставим. Всем привет, ребят. Мы вернулись, собственно говоря. Вау, слушай, клево. Что? Когда убиваешь кого-то, высвечивается в том месте, где он умер. А кого ты там убил? Орка. Ух ты. А я их так и не встретила. Ну ладно, давай беги на мои координаты. Так, минус 113, минус сколько? Минус 437. Хорошо. Я тебя тут жду, и как только ты прибежишь, мы кое-что скажем. О боже мой, тут какие-то страшные звуки. Возможно, это из-за того, что у меня за спиной... это дух, когда появляется. Капец, давай. Я не успел в него выстрелить. Давай, беги ко мне, я тебя не вижу пока. Ё-моё. У меня такое впечатление, что когда залазишь в гнилую воду, появляется дух. Ты бежишь вообще ко мне или нет? Я бегу к тебе, конечно. Не-н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 е. Стайка напала. А тут этот, бомбер. Ты знаешь, ты видела бомберов? Да. А посмотришь у меня, пожалуйста, на серию. Зайдешь, глянешь. Я знаю. О, гондоровский камень. Обалдеть. Беги ко мне. Стой. Не туда. Ты да погоди, у меня орка надо было слить. Меня отравили. Все. Приветик, вот, привет. Я рад тебя видеть. Какая? Да, привет. Обалдеть, какая классная штука. Мне позвонили. Тупая музыка Nokia Tune заиграла. Так, вот. А тут орки гуляют вокруг. Да, орки гуляют. Ну что? Они зайти туда не могут. Видишь, высокий вход. Заходи. Ага. О, певца. Давай попьем. Давай. Давай, на брудершафт.
Нет, Давай. не надо. Давай. Все, давай, я пью. Я пью. Ну еще, нормально, нет? Нормально. Вштырило? Тебя вштырило? Меня как следует Ладно. вшатало. Подожди секунду. О, погоди, в соседнем ящике еще одна есть. Смотри, ты где? Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. На. На вторую, давай. Давай. Да, а тут Да можно боже налить. мой. Давай еще почерпи. Тошнит? Тошнит конкретно. Я даже Нет. тебя слегка стаканом полупил. Нет. Воу. Это Вот. Вот в этом вся проблемка, да. Ребят, к сожалению, серия получается не очень длинная, то есть нам приходится заканчивать, потому что родители торопят Настю. Подожди секунду. Вот, собственно говоря, именно об этом я вам и рассказывал сейчас. И к следующей серии я постараюсь поработать над проблемой с лагами, и их уже не будет таких вот на видео, что подлагивает именно мир этот второй. О, блин. Они же вроде дерутся друг с другом, эти всякие ребята. Так что я сейчас пока что спущусь и посмотрю, что у нас тут произошло. Что-то он бабахнул. А, ладно, я здесь меточку поставлю. Меточка у меня будет называться лагерь. Ладно, лагерь просто елки-палки. Не дай бог, у меня будет метки стираться при перезаходе. Потому что что-то у меня стерлась метка портала. И это очень-очень печально, ребят, на самом деле. Так, а я... Настя все еще тут. Привет, лучник. Hello. Hello, чел. До свидания, дорогие зрители. Вот, пока. Да, Настюш, пока. Жаль, что тебе приходится уходить вот так вот. Да, всем пока-пока, всем до свидания. И, собственно говоря, Настя отключилась, пошла. Извините, так уж вот вышло, что, к сожалению, ей пришлось уйти, что ее поторопили. Вот, но в следующий раз, когда мы будем с ней записывать, мы там во всем договоримся и постараемся как следует нормально все сделать, чтобы никого никто не удергивал с записи. Вот, и чтобы было все прекрасно. А я, ребят, пока что хочу вот здесь вот пройтись и отлупить местных немножечко. А, я как понимаю, там лучник стоит. Лучник. Хары меня мочить. Ах ты ж, чувак с отравленным ножиком. О, зелье какое-то выпало. Это клево. Чувак с мотыгой с какой-то бегает, не знаю. Ха-ха-ха-ха-ха. А он тоже лучник. Тем не менее, это его не спасло. Потому что я более крутой лучник. У меня тут мои местные эльфы. Гуляют эльфы-воины. Вот, под моим началом. Ребят, ну что ж. Вот мне, если честно, многие... Хотя, не знаю, многие или не многие. В общем, те, кто был со мной с давнего времени еще на канале, вы помните, что мы с Никитой когда-то начинали снимать моду. Буквально было всего 3 дня, когда мы начали снимать на него обзор летсплей по вот этому моду. Всего серии 5 или 6, но было очень весело. И закончили мы из-за нехватки времени. И тогда не продолжили, потому что... Буквально через неделю мод был уже настолько сильно обновлен, что уже просто нужно было совершенно менять сборку, заново все устанавливать и заново все начинать. Именно поэтому мы тогда не начали, а сейчас обновления выходят уже не так часто, вот, и мод уже распахан и очень крут, поэтому мы решили его поставить, и вот, наконец-то, есть возможность побегать по этому миру, собственно говоря, показать его вам. Ну, а подробности и новые серии по этому миру будут у нас чуть-чуть позже на моем канале. И сейчас я заканчиваю серию, стою рядом вот с этим вот чувачелой замечательным, и желаю вам всем удачи, всем счастливо и всем пока.